Воззвание. Услышьте все, кто млад и стар, и прочитайте сей устав. Кто с нами шел, идет вперед, нельзя замедлить его ход. Все те, кто сзади всех плелись, с пудами души их сплелись. Потоки праны к нам вливаясь, дают поток, что, ускоряясь, все время сильно убыстрил, пока не выбились из сил. Должны скорее мы идти, их совершенству перейти, которое грядет уж скоро. Очистись весь, оставь свой ворох мирского грязного тряпья, ведь в нем душа утопла вся. Потоки благости и чистоты вливай скорее в душу ты, поторопись и не роптай, уже виднеется ваш рай. Там доступ всем достойным есть, пока ж услышь благую весть, что к вам в послании пришло, поверь, все старое ушло. Иди вперед и не робей, узри, что будет с вами впредь. Времена благости идут, все те, кто низок грязен, отойдут в другие параллельные миры, где путь не сладок. Ну а ты скорее меняй себя и совершенствуй, узри, что вскоре будут в действии законы новой земли, что к вам из космоса пришли, и времена расцвета столь близки. Все брось, и снова ты иди, чтобы в ряды достойных к нам попасть. Нельзя никак вам промедлять.